С добрым утром, с добрым утром. 13 января 2021 года. По лунному календарю сегодня ночью рождается новая луна и начинается новый лунный месяц. И я пытаюсь себе изменить энергию, которая у меня последнее время, которой у меня нету. Я сплю. Я, значит, обычно люблю вставать. Мой самый любимый режим — это я ложусь в 10 и встаю в 5 или в 6 утра. И делаю кучу дел еще до работы. Вот. А последнее время я что-то это... сплю очень много. И сегодня случилось чудо. Я поставила будильник и услышала будильник в 6:30. Полежала, в 7 встала, дюгнула кофейку и иду гулять с собакой перед работой. И значит, у нас сменилась погода, ушли тучи, ночью шел ледяной дождь. Ой, какое утро шикарное. Вот, смотри, смотри, как сходит солнце. Сейчас. Да что такое? Зум пытаюсь сделать. Смотри, как напились. Вообще. Да, и, значит, я как это, барон Мюнхгаузен, пытаюсь себя за шнурки вытащить из этого сонного состояния, перейти на нормальный режим. Тем более, если солнце, то у меня нету теперь больше оправданий. Вот у нас сегодня мусорка приезжает, все выставили баки. Вот какая прелесть. Ну просто прелесть, какое утро. О, посмотри. Ой, как я рада, что я заставила себя встать, что я разлепила свои сонные очи и вышла гулять. Ты посмотри. Все, энергия меняется, меняется. Я снова готова вставать под парус. Дети едут в школу, папы бегут по дорожкам за здоровьем. Сейчас мимо меня пробежали два мужчины, очень спортивные. Видишь, что ты меня дергаешь? Вот я зашла на улочку, где дома по 1,5 миллиона и выше. Вот у них вид на реку. И вот тут вот у них хоромы. Лачуги. Вот тут вот, вот здоровый дом, последний. И соседей у них нету. И вон у них там какая-то вышка на крыше. То ли бассейн, то ли какое-то кресло стоит. Ну-ка сейчас зум попробую сделать. В общем, у них тут и домик для рабов, по-моему, есть. А, вот она, птичка. Птичка, птичка, птичка невеличка. Вот он, кардинал, какой красивый сидит. Надо с трипода снимать. Вот, и эта улица заканчивается тупиком. Вот таким. Называется кол-де-сак. И вот здесь вот еще есть место. О, олень ходит. Ой, шикарный у меня зум. Посмотри. Да, так вот, здесь есть место.
и уже кто-то построил себе этот причал, а дома еще нету. Но кто-то. И вот, вот какое место. Вот здесь вид на мост, на реку. Живи не хочу. Пока подносите денежки. Олень ходит. Ушел. Да. А вот этот дом, он стоит что-то 4 миллиона, что ли, я забыла. И он у них там, вот эта вот приставка, это какой-то гостевой дом, или как, я не знаю, там прислуга живет, или это для тещи. В общем, вот такие пироги. Завтракает косуля. Тут у них прямо загородь из таких магнолий, уже большие магнолии, и как это, живая загородь из них. Ну вот, на этой прекрасной ноте я заканчиваю мой утренний репортаж. Самая главная новость дня — это сегодня меняется луна, сменилась погода, сменилась моя энергия. Все, ждите новых видео. Всем, ой, что-то я размахиваю. Всем пока-пока.